Ребятки, ребятюльки, ребятюлечки. Кто-то мне там написал и сказал, так же и продолжай говорить. Тухрячки. И сало вот это. Я не надо. Сало я не буду. Вот. Иди, грязчики. Я бульончик уже слила с кашей гречневой собакам. Кашу гречневую сварила им. На сегодня. Я ж косточки дам. Сама немного поголодаю. Немножко. И им дам. Горячая. Зараза. Сделай, Залина, потише, свою эту хохоталку. Улыбки вкусные тоже. Улыбки, когда на холодец разбираешь, вообще обалденные. Свинячий хвост еще вкусный. Пятак вкусный. Пятачок пим-пим. Я хвост в холодце ела, конечно. Но... А так, чтобы хвост поесть, я не ела. Они такие тоже дорогие хвосты-то. Хвосты дорогие, свинячьи. Пятаки, наверное, еще подороже. Я все не объедаю. Чуть-чуть пробую. С каждой косточки. По чуть-чуть, чтобы все проварено было. Чтобы собачкам дать. Поесть. Сало не надо, мне сало. Я хрящики люблю. Будем. Там еще много. Большая вот косточка. Косточки самые вкусные. Убежала от меня. Обалдеть. В зубах все застревает. Приехать сейчас должны. Не знаю, жду. Двери замерять. Те дальние. Не знаю, когда придут.
Жду. Ожидаю. Сало мне не надо. Невкусно. Все. Больше не лезет. Нормально, это вкусно. Можно отдать собачкам. Спасибо за внимание. Приятного аппетита. Я буду печень куриную блендерить. У меня будут котлетки. Да, будем котлеты перемешивать. Котлеты будем перемешивать. Да. Ну, потому что молодцы. Их кузить. Да ладно, я пошутила. Эту хрень надо выдрать. Она быстро-быстро кузить будет. И она... Я ж пошутила. А вы поверили мне. Что-то она не вываливается, зараза, почему-то. Вот это. А, вот. Сейчас Ринка ее разделает, эту заразу. Да, ножичком-то проще, конечно, все бы ножичком. А вы ручками попробуйте. Сейчас мы это все запросто соорудим. Вот так вот. Видите? У меня все будет ништяк. Ядрен у вас батон. Вот. Вот такие вот у меня дела получаются. Все будет окей, ребята. Хочу эти сделать. Оладушки. С нее. Ну, без муки. Я не надо муку нам добавлять. Мы же на диете. Да, печеночные. С нее не знаю, как будет. Если не получится, сделаем омлет печеночный. Запекам. Потому что легче исправить будет. Когда они все расползутся, можно будет все вот так размешать в сковородке и залить яйцом нафиг. Или с лапшичкой сделать. С паутинкой. Было тоже вкусно. Я паутинку давно не делала. Мы что-то все на этих сидим. Длинные спагетти. Он у меня мелких, потому что любит. Я говорю, так это ж то же самое. Лапша, макаронная. Нет. Разницу они знают, как это. Я не дам пока тебе покрутить. Пока кушай, я еще не кручу. Когда я буду крутить, я тебе обязательно дам. Ладно? Ты пока кушаешь, сидишь, кушай. Приятного тебе аппетита. С хлебушком, ладно? Приятного аппетита. Хлебушек кушай. Люди, приятного аппетита, вам сказал ребенок. Двери заказала я. Двери. Не знаю. Пришли, замерили. Те вон вторые. Вторые? У нас бывший делал, так у нас все вот так вот они. Они даже плотно, чтобы закрыть их, надо сильно на себя вот так сильно дернуть, одновременно вот так вот закрыть. Чтобы попасть в эту дырку. Вся коробка перекоса и это. И дверь также. Какую? А потом уже вот эту вот поменяем. Ту главное, вот вторая вот эта сделать. И там щель под низу так дует, блин. Какую? Ну вот мы печку считаем, вот сейчас не морозы такие, что да, вот там. Мы один раз топим. Не то, что топка такая, топим. Одну сеточку я подкидываю, полежка в 6. Подкидывают, чтобы тепло было дома, помещение. Это. И хорошо, классно. Мы еще вот эту дверь приоткрываем. Потому что жарко. Да, жарко. Окно сильно, если приоткроешь, оно дует все равно мелким, по ногам продувает. А дверь открываешь и нормально со стенок. Бывают стенки у кого-то холодные, а у нас нет. И нормально. И на ночь мы не топим. А вот сегодня 17, да, и дверь открыта. Да, мам. Чуть-чуть протапливали. Да, но все равно дома уже, когда морозы, вот это вот все, да. Всегда в колготках. Да, мы на в колготках.
Потому что полы все равно вот это вот где-то из-под полов. Ну, полы-то у нас хорошие, не дуют. Ну, я разговариваю за Максут. Мы что делаем? Молчим. Все равно где-то что-то, мало ли. Все равно. Дом есть дом. Где-то, может, крыса пробежит. Дырку поковыряет. К нам залезет. Полы-то ж меняли новые. Мама, как я здесь? Полы новые. Когда сюда заехали, тут полы были через вот так раз, вот такие щели в подпол. Ну, и зато из досок и ядрен батон, они бы вечно простояли. Там вот такие доски толстые были. Да, мам. Носите топину. Меняю все, все равно. Да, мам, носите топину. Ногтями хорошо, бах, и все вытяну. Ладно, это киски дадим. Киска, ты будешь это есть? Иди, мило. Сейчас я это сполосну. И приду, никуда не убегайте. Могу вот так поставить, чтобы было меня видно. Чтобы это было меня видать. Я в этой же черепушке сейчас промою. Вот, смотрите, когда промываешь, там, знаете, сколько вот этой вот параши? Ну, кровь-то вот эта печеночная. Это можно вот так вот сделать. Вылить в отходы. Ну, кусочек, если у вас туда оттуда свалился, кусочек, вы его подбираете и обратно ложите. Под водой только промоете и все. И все. А лучше взять друшлаг. Чего же я не догадалась этого, понимаете? Друшлаг лучше берете, туда это все дело кидаете, баночку на место, и вот так, потом, вот так, оп, душевую включили, вот, вот, и хорошенечко это все дело промыли, вот, раз и все. Ну, первую воду можно в отходы, вот, потрясли вот так водичку, чтобы надо, чтобы хорошо водичка сошла, понимаете? А вот мне так. Уже дают. Что? Да, мне покушать еще. Я еще не кричу, Максу. Мне еще лучше. О, господи! Нельзя так делать, я говорю. Напугая? Конечно, напугалась я. Нельзя же так делать. Мама еще лук будет сейчас чистить. Лучка добавить. Ой. Вы здесь, а я там. Наоборот, вы тут, а я. Видите, светит лук красный. Тетя Света, я трачу только ваша первая головка. Я не буду кусить. Я буду кусить. Представляете? Это не игрушка. Это только первая ваша головка. Это... Я забыла. Это юг. А это юг. Это вот он не даст ничего вообще никогда делать. Никогда он мне не дает. Ни прямые эфиры вести не дает. Он ничего мне не дает. Он меня ревнует. Этот пацан. Я сказала тихо или накажу. Цыц, малявка. Мама работает. Понял? Понял, молодец. Что ты понял? Вот так. Лучик. Кого там принесло, собаки лают? Так, ножик, ножик. Я уж 100 лет ей не пользовалась, она у меня в стенках валялась. Сейчас говорю, где она? Он все знает. Покажу показывать мне, где она. Ты что, говорит, мама, не знаешь, где она? Она говорит, в шкафу. А он тебе виднеет, везде ползаешь. Так. Вот, вот так сейчас мы это все сделаем. Вот так. Так, цыц, малявка. Доедай, то я сейчас все скручу без тебя. Давай, давай. Хлебушка можно добавить, можем муки, но я не буду. Паштет. Сварили курицу. Если куриные хотите, или печень. И у вас будет обалденный паштет. Я тебя вообще не слышу. Я разговариваю со взрослыми людьми. Вот. Но жидковато будет, жидковато. Очень будет жидковато. Сейчас посмотрим. Чашка у меня, зашибись. Супер кукиш, хрен где купишь. Видите, как младенец насрал, должно консистенция быть.
Так, а вы не повторяйте. Поговорила уже с папашей? Да. Вот одна осталась. Я тоже поговорю с папой. Папа. Что говорить-то хоть? Папа, ничего нового? Я называю его папу. Так, дела, да и все. Ты доел? Нет. Ладно, подходи тихонечко. Там и проходи. Хорошо. Покрутить ему тоже надо. Задать. Я буду держать, ты нажимай. А поздороваться? Нет. Давай, жми. Ну, не помню. Был звонок мошенников. Или этих, как они называются? Там? Да. Короче. Как они там называются? Эти. Купили? Ну, поприкалываться надо, они мистер Рудин уже звонит. Это, да яичко на столе, только не разбей. Это, короче, вам звонят, это, милиция. У вас там что-то это. Да. И... Чего? Она что-то там лоханулась и трубку вчера бросила. Сейчас опять да. Мне звонит. Теперь, это, говорит, милиция. Я говорю, чего? Кого там надо-то? Милиция, блин. Я говорю, у меня все телефоны и разговоры записываются. И номер тоже. Где у меня соль? Минуту. Завтра, говорю, сама понесу. И посмотрит, что за милиция звонит Иринке. Отвлекает от работы. Иринку оладьи жарить. Гречневый, блин, как они, эти самые, ну вот эти-то, вот только я яичко я сюда добавлю, соль, лук у нас уже тут, слезь, иди отсюда, я тебе сказала, я сейчас остановлю камеру, специально остановлю ее, пойду, дам тебе ремня и включу заново камеру и буду в камеру улыбаться, как ничего не произошло. Как они мне пишут, что я так и делаю. А где ремень? Где ремень? Не знаю, у меня нет ремня. Сейчас Иринка поварёшку тут достанет. Поварёху какую-нибудь найдет. Будем поварёху. Что-то мне кажется, знаете, у меня не оладушки будут. У меня целые блины получится. Блины даже. Я вам рекомендую, когда поварёшки берете, когда они у вас висят, всегда их ополаскивайте. Потому что, не дай бог, таракан какой-нибудь пробегал, муха сидела, насрала. Какашечки у нее такие мелкие, знаете, такие точки бывают, как акульные. Всегда надо споласкивать. Вот. Вот, берете масло, наливайте. Сюда тоже, кстати, надо чуть-чуть плескать. Ну, я же как на диете, ну ладно, это будет у нас просто один раз так. Потому что они же прилипнут нафиг. Вон, видите? Все ползет, как сопля. Дед, когда старый идет по улице, зеленью такой, как шмыганет. А там потом прошел какой-нибудь чувак такой, идет такой чувак, идет такой чувак по улице, да, жвачку выплюнул такой, чмок, чпок ее туда, но эту. А какой-нибудь ребенок идет, короче, идет, как мы в детстве, и жвачку подбираешь, представляете? Я подбирала жвачки. Да. Время такое было, нежевательное. Да, мама, я ее видела. Приходилось подбирать? Раньше дефицит с этим был, жвачки где-то у кого-то были. Раньше кто-то из границы съездит и жвачку привезет бублигум. Все, считай, пропало. Все отдашь. Все отдашь ради жвачки. Поняли? Ну, какие-то получаются кривоногие, но все-таки хоть что-то. Посмотрим, как перевернуться. Где-то у меня палка была. Подождите, никуда не уходите от рынка. Иринка тут, блин, какие дела в руки. Смотри, Сабрина, тебя позвала, что-то какие-то мультики скачала она там. Иди посмотри быстрее, она мультики там скачала. Сабрина, ты мультики скачала? Забери его нафиг. Давай бегом. Быстренько. Видите, как они жарятся? Ну, она же быстро жарится. Это же печень куриная. Это не слона в печень. Ядрен вас батон. Опа! Не, пускай еще прям так хорошо пожаривается. Зараза.
Смотрите, где у меня бублики, Сабринка. Это печень куриная, оладушки. Ну так, котлетка, короче, можно их три раза сделать, толстенькая получится. А можно ее сыр плавленый, потом еще ее сыр плавленый, потом еще ее и огурчик. И бутик получится из них. Ну как делают эту салат? С них же тоже можно делать салат. Не только с этой, да, с этой. Извините, я тут отвлеклась немножко. С этой делать. С другой печенью. С этой же тоже печенью можно делать. Вот, я могу это сделать. Это просто нежное. Это вот, это вообще нежное. О, какая она. Я не хочу ее сломать. Я не хочу ее сломать. Подождите, я ее все равно сейчас победю. Оп, а зараза ты долбаная. Шпингалетка. Тащи нитки с иголкой, зашьем. Как вкусно пахнет. Вообще пахнет вкуснятиной. Персик. У меня целая тарелка, сейчас буду стоять до утра, блины печь буду. Хера ли, лишь были вкусные. У меня тут ракурс нормально, нет? Меня видать? Отсвечивает Иринку. Подбородка не видать? Нам за него плевать. Я еще мясо отварила на завтра. Завтра мы с вами мясо поедим. Вон какое, смотрите, мяско. С лавровым. Ой, как пахнет. Лавровый листик здесь, а лук не стала бросать. Жирно будет здесь луком, да там с луком. Дефицит нахер лук. Ни хера не знаю. Мяско отварила такими кусочками большими. Лаврушечка и зеленый этот, черный перец. Черный перец горошком бросила. И чуть-чуть подсолила. Без всякой приправы, отравы и ничего не положила. Знаешь, как будет у меня обалденно? Во, супер-кукиш, я на тебя купишь. Я молодец, девчонка. Так, иди отсюда, ва! Спрячься, чтобы я до утра искала. И не нашла. Вот. Сейчас мы тут все сделаем. Вот так вот. Оп. Смотрите, какая классненькая. Сейчас я вам даже поверну. Смотрите. Просто еще свет не тот падает. Свет не очень. Я же не в телестудии ядреного лошади. Так, Максут, иди, пожалуйста, а. Вот завтра я ей подогрею, они будут не такие вкусные. Вот как сейчас с этого вот. С печки. Масло. Масло тычи, чтобы оно у нас не погасло. Вот. Козюлину вот эту вот берешь. Так. Оп. Какашка мимо какнула. Какашки. Потом еще одну так. Не торопитесь, самое главное, все успеете. Много. Лепешки просто нахерачил и все. Ты много делал. И пускай жарится, парится. Ну да. И все, что? Да. Можно прощаться уже. До свидания, ребятки. Будьте добрее, ребятки, ребятишки, ребятюлечки.